Лежать быстро! Фейт, мне страшно! Я буду бегать для тебя, Доган, но Ной не должен. Ты должна мне много денег, Фейт. Я жду, что ты выполнишь обещание. Фейт! Кэт! Вы где? Каждый новый день – это ваш шанс. Вы можете потратить его зря, а можете посвятить его саморазвитию и работе над своей карьерой. Вы – будущий сотрудник выбранной вами корпорации, и ваши возможности безграничны. Ключ к успеху лежит в раскрытии истинного потенциала через упорный труд и самоотверженность. Вы, как сотрудник, должны трудиться с максимальной отдачей. Последний день? Постоянно стремиться к совершенству. Я уж думала, ты с нами навсегда, паразит. Труд вознаграждает. Может, еще 3 месяца хочешь? Лень наказывает. Легко могу устроить. Личная свобода не дается. Ладно, да? Пошли. У нас весь день впереди. Наше великое общество ожидает от каждого сотрудника вклада в дело, выбранной им корпорацией. Отбыла заключение сроком 12 месяцев, еще 9 месяцев за случай неподчинения, признана годной... Словному освобождению. Да, конечно, решать тут я. После освобождения... Ты должна немедленно устроиться на работу. Тебя будут отслеживать через сеть. Если не найдешь работы в течение 14 суток... Тебя незамедлительно перевезут в серые земли. Тебе понятны эти условия? Выпускайте уже. Раздевалка налево, паразит. И наслаждаться заслуженным богатством. Доган передает привет. Радуйся свободе. Я должна тебе верить? Ну, придется поверить. Вот, возьми. Надо убираться с улицы. Что? Пульс? Ну. Надень. Надо подключиться и откалибровать. Ной очень хочет с тобой поговорить. Отражение сделано для вас. Скоро в продаже. Какого черта? Носите пиранделла. Да тут что-то не то.
Здоровый сотрудник, Смените диету уже сегодня. Исследование показывает, что работа поднимает работоспособность. Анальси работает. Силвайн Систерс. Мы улучшаем вас. Будьте амбициозны. Носите. Прости, чуть не забыл. Надо профиль твой обрезать. Он помехи создает. Сотрудники все время это видят? Ага, ты просто недостаточно исправилась, чтобы это оценить. Я вообще не исправилась. Вот и все. Ты мне сестер. Теперь им все известно. Пора уходить с улиц. Мне кто-нибудь скажет, что тут вообще творится? Фейт, тебя собирались отправить в пищий купол, в серые земли. Пришлось срочно вмешаться. Из профиля ты беглец, но об этом мы позаботились. Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. К тому времени все должно быть нормально. Если сможешь пробраться через эту хибару, пора посмотреть, так и хороша знаменитая Фейт. Икар, не умничай, она справится. Фейт, пульс будет калиброваться на ходу. Дали ордер на задержание Феникс Карпентер. Молодая женщина, татуировка на лице. Они упорнее, чем я думал. Феникс Карпентер? Ага. Когда ее повязали, Дуган ей устроил фальшивый отпечаток. Я его на всякий случай переслал на пульс. Может, потом пригодится. Тут борт прилетел. Кейсек серьезно настроены. Не останавливайся. Класс!
Я была вежлива, но он не уходил. И теперь они знают, что ты здесь. Как будто был выбор. Ну да, надо уходить. Пойдем на башню Овердайн другим путем. Мы снова разделимся. Запутаем их. Сможешь добраться до тех труб? Конечно. Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение бегущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед. Адам 8-1, ответьте. Задержали карту, сэр? Адам 8-1, доложи капсу. Адам 8-1, ответьте. Вы задержали карту, сэр? Адам 8-1, доложите обстановку. Серьезно? Адам 8-1, ответьте. Ну и ну. Я отправил ее на башню другим путем. Перекресток отрезан кейсек. Ага, хорошо. Я пока кое-что подготовлю. Фейд, ты бежишь к офисному зданию, оно еще строится. Там от них легко оторваться. Повсюду Крюгерсек. Ищи канат, ведущий на Орион. Я на Орионе. Отлично. Беги дальше, Фейд. Вроде оторвалась. Пока что да. 2 года в тюрьме, смотрю, на пользу пошли. Беги на Орион. Ну, хоть до зари добралась. А ты кто такой вообще? Как давно в группу пришел? Где-то год назад. А я в ней с детства. Может, хватит здесь права? А хотеть? Еще тебя схватили. И у Ной из-за тебя были проблемы. Да что ты можешь знать? Кое-что знаю. Например, что я быстрее и осторожнее тебя. Фейд, ты уже на Орионе? На нем. А новичок меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушайте, вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. В башне Кейсек придется драться. Гар, загрузи Фейд боевой мод. Все, готово. Хорошо. Фейд, освежи боевые навыки, прежде чем двигаться дальше. Я надеялся, до этого не дойдет. Но, похоже, выбора нет. Не волнуйся, Ной. Я прорвусь. Я знаю. Мод включает голограмму. Образ прогнозирован. Фейд, я слежу за твоими показателями отсюда. Давай начнем. Ты
конечно, если ударить одного об другого. Сразу двух зайцев. Радиоканалы GSEC немного приутихли, но они знают, что ты где-то здесь, Фейд. И знают, что выходить тебе придется через башню. А по улице не вариант. Мы на землю не спускаемся, если есть возможность. Ты это знаешь, Эка. Знаю, знаю. Неплохо. Все правильно. Thank you.
Ладно, Фейт, продолжай. Я готова, Ной. Ты всегда была отличным бойцом, Фейт. Ты справишься. Я вошла. Ты сможешь, Фейт. Ага, началось. Центр!
наблюдаю. Выжить она не могла. Фейт, не шевелись. Значит, мертва. Дело пусть команда по уборке достает. У меня другие дела есть. Да, вырубила всех. И медотряд пришлите заодно. У меня все. Сейчас иду через башню. Надо быстро доставку сделать, так что Ной, я попозже приду. Хорошо, Икар. Нам ведь доиграть еще надо. Фейд, когда будешь рядом, узнаешь метки. По ним и придешь домой. И мы тогда поможем тебе все вспомнить. У меня как раз есть подходящее задание. Какую-то бегущую из колонии выпустили. И она хочет бегать. Давненько ее не видели. Говорят, она просит прощения. Может быть, она чему-нибудь научилась за это время? Может быть. Прости меня. Ты постоянно... Так. Да иди ты. Неплохо ты устроился. Ага. Я тут поживу? Я на это и рассчитывал. А с работой как? С птицеловом поговори. Он тебе все объяснит. Новичок. Такой напряженный. Икар? Он хороший парень. Бегает лучше всех. Лучше всех? Поговори с птицеловом, а там посмотрим. Я буду тут.
Доган привет передавал. Ясно. С ним мы потом разберемся. Иди. Удиви меня. Кстати, Фейт, там тебя ждет пакет. Я думаю, содержимое тебе понравится. Привет, Фейт. Давно не виделись. Моя одежда. Я сюда намат принес. Сразу как тебя поймали. Я на пульс загрузил карту города Зеркал. Она тебе пригодится, когда будешь осматривать город и искать новые задания. Echoing of every place that we call our home.
Привет, Фейт. Давно не виделись. Совсем не изменился. Вот и ты. Что тебе надо? Да посмотреть на тебя хочу, пока ты цела еще. Доган надеется на скорый платеж. И он его получит? Да, разумеется. Беги давай. Значит, из колонии, а к лучшему другу носа не кажем. Эй, Нама, как дела? Намного лучше. Ты же теперь с нами. И, кстати, мне сейчас как раз нужна твоя помощь. Я иду к Титилову. Да, я слышал. Как по мне, старик может подождать, но это уж тебе решать. Найдешь меня по отметке на карте. Тише, тише. Дверь-то пожалей. Ты все так же нетерпелива, Фейт. А я думала, ты спишь. Старики любят поспать. Полегче, девочка. Прощайте 2 года тишины и покоя. Я тоже скучала. Но и хотел, чтобы я тебя проверил. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. Сама себя и проверишь. Ну, хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа, слезай. Крысы крылатые. Покою не дают. Но все же есть от них польза. Ты все так же нетерпелив. Верно. Так что рыбак рыбака. Иди теперь. Покажи другим бегущим, что и от тебя польза есть. Рад, что ты вернулась. Я так думаю, Птицелов вызвал тебя на рывок. И даже догадываюсь, на какой. Я так часто его проходил, что с закрытыми глазами смогу.
Отмеченный путь не всегда самый лучший. Главное – дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Фейт. Неплохо. Хорошо, что ты еще в форме. Фейт, мне нужна твоя помощь. Крюгерсек сейчас атаковали пульс. Мы с трудом отбили атаку. Много данных разошлось по городу, и сейчас они утекают в сеть. Перекрой, пожалуйста, утечки, и мы соберем данные обратно. Упади. Вот она, собственной персоной. Даже в моей одежде. Спасибо за присмотр.
Как дела? Да так, живем, выживаем. Я скучал. Да брось ты. Чем помочь-то надо? Раб кастовый в серых землях. Они ставят систему связи, чтобы сообщать о налетах Кейсек. Им нужны микросхемы, которые есть в релейных ящиках Холком. Микросхемы, релейные ящики. Ладно. Если получится забрать микросхемы, навредишь Холком и одновременно поможешь Рабкасте. Сделаешь? А то. Я такая. Всегда всем помогаю. Можешь не реагировать, но я знаю, за что тебя закрыли. Да, по глупости. Где искать ящики? Это недалеко. Отмечу на карте. Да, ясно. Я достаю Рабкасте другие компоненты. Вместе с микросхемами у них будет все, что нужно. Первая микросхема у меня. Отлично. Рядом должен быть следующий ящик. Фейт, я хочу тебя предупредить. Там в последнее время больше патрулей, чем обычно. И ребята явно серьезные. Непростые громилы. Взяла еще одну микросхему. Отлично, это нам поможет, обещаю. Кстати, ты уже говорила с Доганом? Говорят, ты ему много денег должна. Еще нет. Ну, ты наверняка что-нибудь придумаешь. А если нет, я пойду в изгнание вместе с тобой. Серые земли будут наши. Что ты нарушаешь правила? Центр, мы задерживаем. Центр, у нас тут бегущий. Смиряем. Понял. Понял, сэр. Нашла. Отлично. Еще одна, и можно заканчивать. Это бегущий? Отработаем, Дарфан. Усмиряем. Идет усмирение, центр. Начинаем усмирение. Так точно, центр. Да.
Так, есть последнее. Хорошо, но у нас есть проблемы. Там рядом Рабкастовый попал в беду. Слушай. Нет, просканируй еще раз. Уже. Тебе еще 3 дня назад сказали ехать в купол Эпсилон. Задержать. Фейт, Номад, что происходит? Крюгерсек, хватило мне этого дерьма и в тюрьме. Фейт, не вмешивайся, я же говорил, тут такое постоянно. Это не твой бой. Мой. Я с ними разобралась. Спасибо. Спасибо большое. Я все видел, Фейт. Говорю же, меня не проведешь. Ной, она просто помогла Рабкасте. Да. Она вся в родителей. Как будто это что-то плохое. Продолжай искать по городу ящики, Фейт. Это очень поможет Рабкастовым. Так, теперь надо доставить первую партию микросхем. Логично. Куда? У тебя на карте метка. Беги туда. Я здесь. Куда девать чипы? Планы немного изменились. Заказчик хочет использовать другую точку, а между ней и тобой патрули Кейсек. Наверное, на прошлый раз реагировали. По пути на точку не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Смотри под ноги! Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Thank you.
По пути на точку не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Осторожнее, не споткнись! Не дай им тебя поймать! По пути на точку не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Ого! Фигово завтра будет бойцу. Надеюсь, оно того стоило. Стоило? И еще как. Ты сегодня помогла многим людям, Фейт. До связи. Эта штука преображает мой голос. Или у нее свой голос. Ах, ладно. Доступно задание по доставке. Я люблю использовать против конгломерата его же оружие. Рекламные щиты подходят идеально. Хакнув щит, мы отправляем сотрудникам четкое сообщение. Даже если всего один в результате откроет глаза, этого уже достаточно. Загружены координаты получателя. Оплата по доставке. Удачи. Так, Фейт, мне кажется, ты готова к настоящему заданию. Здесь для тебя идеальный забег. Возвращайся в логово, обсудим детали. Денег хватит как минимум частично расплатиться с Доганом. Доставка не выполнена. Платеж. Советы директоров номера. Я
Или 60